Всем привет! Вы на канале Масики Твинс. Куда мы едем? У нас поездочка в Гродно, да, Петька? Да. Соревнования. И мы на часах 5:30 утра. Папа закрывает двери. Подвозим тренера к автобусу и гоним в Гродно на Советке. Да, тут у нас такой маленький чемоданчик все с собой взяли. Семья у нас большая. Да, едем на одну ночь. Два дня. Что такое? Надо сделать еще, что-то забыла. Ну. Ой. На улице прохладно, поэтому мы тепло оделись, чтобы там не замерзнуть. А ты какую флешку взяла, если что, видосы скидывать в телефон, ни с ума не сошел? Он же памяти. Много? Памяти много, да. 128. 256. А, 256. На минуточку. Все, я понял. Поэтому едем. На улице темно, телефон включает подсветку. Ну что, мы рассаживаемся. Вот так темно на улице. Это уже выхлопные газы. Пойду чемпионов будущих засниму. Ну что, все готовы? К победам? Не могу пристегнуться. Не можешь пристегнуться? Постарайся. Погнали. Приехали в Гродно? Да. Давай руку. Нет, бумажка. Бумажка и кубик Рубик. Вот манеж. Мальчишки уже пошли. Встречай меня. Так, давай, что мы подержим. Давай, что мы подержим. Давай. Марк! Здесь сразу ледовый манеж. И футбольный рядышком. Чего она тебя обидела? Чего ты выдумываешь? Легко, можно даже тебя, наверное. У нас разминка, гашан. Молодцы. Так, это наши болельщики. Футбол Беларусь-Брест. Молодцы. А здесь, видите, какие залежи снега? Это знаете откуда? Чистят ледовую арену, сюда выбрасывают снег.
Вот и получается целая куча снега. Мы так как-то были в апреле в Минске, тоже такое же было. Одну игру сыграли 1-1, вторую 5-3. 5-3 выиграли. Мы приехали в гостиницу, пока между играми у нас перерыв. Папа идет, да, решили заселиться. У нас 2,5 часа перерыв. Сейчас заселимся, а потом снова поедем. Так, машины тут ездят, оказывается. Сонечка, в сторонку. Идем заселяться. Чего ты бухтишь, Федор Сергеевич? Территория тут такая большая. Жалко только, что с погодой нам очень повезло. Так было бы вообще классно. Такие беседочки. Даже печка какая-то есть для шашлыков. Федюнька, ты чего там бубнишь все? Да, было бы классно, конечно, чтобы было потеплее. Увидите, печка такая специальная. О, даже для казана есть. Пошли, Федор, снимем. Надо сделать обзор базы. Смотри, как тут классно. Столы, тут такая печка специальная для шашлыков. Для мангала. Ой, для мангала, для казана. Цепь. Мангал. Плита. Супер. Качель вон там вот. Как классно. Федюнька, иди сюда. Там не надо, еще где-нибудь упадешь. Идем, малыш, идем. Пошли заселяться. Все уже. Тише, не кричи. Все уже выстроились в очередь. Такая небольшая трехэтажная гостиница. Это наша банда. Мы уже в номере. Что тут у нас? Рум-тур? Рум-тур, да, Федюня? Что тут у нас? Шкаф. Постельное белье. Диван. Здесь будет Соня спать. Федор, ты уже залез, да? Федор уже себе место присмотрел. Так. Телевизор. Номер на втором этаже. Окошко, балкон, кровать, тоже с выходом на балкон. Папа хоть пришел? Папа? Да. Папа. Вот, и санузел. Номера стандартные, да? Так, тут, кстати, полотенце есть, включите свет в санузле. Раз, там руки, наверное, будут. Вот здесь. Федька, аккуратно, не буянь там. Это штука, большая ванна, слушай. Так, и санузел. Ладно, очень, о, даже, очень даже ничего. Короче, отлично. Располагаемся. Нам, кстати, скоро ехать, да, на матч. Вот такая у нас комнатка. А к мальчишкам схожу тоже покажу. Это сейчас. Федор. Мальчишки вдвоем живут. Так, здесь мальчишки, я хочу к вам в комнату попасть. Вы меня проводите? Да. Теннисный стол. Пошлите, к вам сходим, покажете. Первый этаж, 131 квартира. 131 квартира. О, боже, 132. А вы что, ее оставили и пошли? А там у вас, может быть, деньги в кармане. Нет? Пошлите, покажете. Да. Вы там? Да. А что, вы оттуда выходили? Вы уже по всем этим побегали? Оба-на. А чего у кого-то халаты даже? Ну как, у вас там хорошо, нормально все?
Тише, Федор, тихо. Мы заходим к мальчишкам в комнату. О, вы тут поместитесь вдвоем? Ну, я думаю, поместитесь, да? Телек на первом этаже. Ну что, классно. Я думаю, вы поместитесь нормально, да? Классно, но одиноко. Чего одиноко? Вдвоем? Что вам вдвоем? А? Без родителей? Ну ты даешь. Ну мы же, знаешь, почему мы здесь? Потому что мы как один человек. Чего ты вы как один человек? Так, Федора сюда. Кто там его захватил? Так, главное форму не забыть. Так, а здесь у них душ. Хоп. Вопрос, как мыться, если вода снизу протекает? Нет, она не будет протекать. Здесь специально так сделано. Он туда все сливается. Вот так вот и полотенечки. Нежданно пришла зима в середине марта. Даже в конце, я бы сказала. Снег. Здесь так хорошо. А Федор Сергеевич отдыхает. Вот так вот спит парень. Ура! Ура! Только пресный, только победа! Только пресный, только победа! Только пресный, только победа! Только пресный! Столовая. Плохое освещение, мне здесь лучше снимать. О, молодец, молодец, спасибо. Так, все, все расселись по местам. Так, кто будет креветки, кто лобстеры, кто икру черную. Шаурма. Катерина, ты приготовила поесть? Всем кашу. Так. Сюда еще один. Сегодня только хлеб. А вот эта компашка переоделась. Молодцы. Обратите внимание, дети. Нет, нет, тебе с взрослым. Значит, хлеб поели, компотом запили и спать. Понятно? Сегодня на ужин только хлеб и компот. Можете хлеб посолить, если кто-то любит соленый хлеб. Хлеб и компот, все. Мне кажется, шикарный ужин, диетический для спортсменов. Хлеб и компот. Может, еще абрикосы порвать? Да. Лучше бы и посолить. Так, ешьте хлеб, запивайте... Я пошутила. Запивайте компотом и спать. Раннее утро следующего дня. Мы идем на завтрак. И у нас 8:30 игра. Все еле проснулись. Ну ничего, сейчас позавтракаем и поедем. В автобусе поспим. Ну что, второй день соревнований. 8:30. Сейчас у нас будут играть две команды. Мальчишки переодеваются, а мы уже пришли в манеж за них болеть. Уже вон разминается команда какая-то. А у нас, как всегда, две игры, две команды на двух смежных полях. И тренеру хоть разорвись. Не очень, конечно, удобно, когда так вот играет первая, вторая команда рядышком. Тренеру не поподсказывать, но как есть. Крайняя игра за 5-8 место. А ту игру пацаны выиграли 5-1 наши. Растянуться вдоль всей площадки, чтобы
Гошан наш. Вообще молодец. Где Женя? Да. Не знаю я, где Женя. Иди прячься в ворота. Молодец, Глеб! Ну что, у нас 5-е место у одной команды и 13-е у другой команды. Так что мальчишки молодцы. А мы сейчас обедаем и уезжаем в Брест. Наконец-то все уставшие. Я вижу, где ты, вон куда Федор залез. Все уставшие, думаю, надеюсь, что все будут спать в автобусе. И мы спокойненько доедем до Бреста. Все, пока-пока.